Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Юрий и Лариса Ивановы Лайв. Всех наступающим новым 2020 годом поздравляю! Желаю одного самого-самого крепкого здоровья. А будет здоровье, у вас все остальное будет. Ну, также хочу пожелать новогоднего настроения, веселых вам праздников, встречи с близкими друзьями. У нас сегодня 30 число, и мы готовим на ужин очень простую запеканку. Запеканка у меня будет из кабачков. Вот тут у меня три штучки маленьких. Баклажан, помидорки, фарша 500 грамм я взяла, 450, 250 грамм сыра, 3 больших ложки сверху сметаны и 1 ложку майонеза, 2 яйца и 3 больших зубчика чеснока. А из приправок своих любимых я взяла соль и черный перец, и больше ничего. Ну вот, приступаю готовить запеканку. Я сегодня готовлю одна. У нас заболел Алекс. Дочь его повезла в больницу. Мы уже давно болеем, но сейчас ему стало еще хуже. Так, я для начала сбрызну форму и включила духовку. Духовку включила на 200 градусов. Так, форму сбрызнула. Будет мне, конечно, не очень удобно, но ничего, как-нибудь привыкну. Так, для начала я первым слоем буду класть баклажан. Вот такими кружочками я порезала баклажан. Сейчас я его выложу в форму. Это у меня будет первый слой. Так, я уложила баклажан нижний, я немножко порезала, чтобы поплотнее. Сейчас мне надо размешать мою заливку, которым я буду заливать это, промазывать слои. Я должна сюда насыпать перчика и соли. Ну, тоже по своему вкусу делайте, потому что майонез соленый и сыр у меня соленый. Поэтому не переборщите с солью. Я сразу же сюда отправлю чеснок. И яйца. Сейчас я это все венчиком размешаю, чтобы у меня однородная масса получилась. Ну все, супер, все отлично. Так, сейчас мне нужно немножко полить баклажанчики. Я вам не сказала, я еще баклажанчики немного посолила. Совсем чуть-чуть. И теперь я еще сюда сыра посыплю. Поэтому я и солила мало, потому что я сверху сыплю сыр. Так, а теперь следующий слой у меня будет фарш. Фарш у меня обычный говяжий. Это у меня второй слой такой. Совсем немного я подсолила фарш. Теперь немножко я сюда заливочки сделаю. Я разровняла руками. Вы делайте, как вам удобно. Так. Теперь опять у меня слой сыра. Теперь у меня будет слой кабачков.
Совсем немного я присолила. Теперь немножко этой заливки. Сыра. Прям праздничное блюдо у меня получается. И последний слой у меня помидорки. Я нарезала помидорки, я третью добавила, мне не хватило. Сейчас я вылью всю сюда заливку и сверху посыплю сыром. Все, я вылила заливку, мне осталось посыпать сыром. И можно накрывать фольгой. Да, забыла сказать, была бы у меня зелень свежая. Или свежемороженое я бы посыпала. Но нашла сухой укропчик. Мне он нравится. Я его тоже добавлю. А вы смотрите по своему усмотрению. Что вам нравится, то и добавляйте. Вот и сразу запашок пошел. Ну вот, весь сыр я использовала. Теперь мне нужна фольга. Фольге, чтобы не прилипало, мы ее сбрызгиваем маслом и накрываем. Я накрыла и ставлю в духовку. И еще для верности я всегда листик подставляю, чтобы если что-то выливалось, то в листик, духовку не марать. Ставлю в духовку, разогретую на 200 градусов, на 40-50 минут. Смотрите по своей духовке. Мы достали из духовки, прошло 45 минут. И сняли фольгу, и сейчас мы поставим опять в духовку, чтобы немножко подзолотить сверху корочку. Ничего не пролилось у меня, я это так для подстраховки. Я приготовила рис за это время, жасминовый, очень-очень вкусный. И вот такая запеканочка. Корочка подзолотилась, все, мы будем сейчас раскладывать и будем ужинать. Нам приятного аппетита, а вас еще раз поздравляю с наступающим новым 2020 годом. И как я уже говорила сначала, что желаю вам всем здоровья. Всем приятного просмотра. Спасибо, что вы были с нами. Всем пока-пока. До встречи.